К другим темам. На территории города Кунгура и Кунгурского района сотрудниками отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» проводится профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок. В период проведения мероприятия стражи порядка осуществляют контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителям, а также выполнение требований по безопасной перевозке пассажиров. Сотрудники ГИБДД обращают внимание на соблюдение правил перевозки организованных групп детей. Кроме проверки технического состояния транспортных средств, дорожные полицейские проводят инструктажи по безопасности для водителей автобусов. Чтобы поездка на маршрутно-транспортном средстве оставалась комфортной и безопасной, сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными при управлении автобусом